Погодные условия повезло, что очень хорошие на регате. Даже в первый день я думал, что будет очень сильный ветер для меня, но нет. Я справился, у меня все получилось. В принципе, я доволен результатом. Мы сделали все хорошо, соперники тоже старались, но мы оказались чуть сильнее в этой гонке. Ну, вообще, начал я эту регату не очень приятно, с того, что из-за своей рассеянности я просто проспал первую гонку. Но потом постепенно отыгрывал. Если сегодня никаких непредсказуемых вещей не было, то поднялся на первое место с небольшим запасом. Я иду хорошо, очень стабильно. Главное в этой регате стабильно идти, потому что в соревнованиях побеждает тот, кто стабильнее всех пройдет. Даже кто не первый даже приходит, тоже побеждает.